Кустанае прошло ежегодное августовское совещание работников сферы образования. В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего учебного года и поставлены новые цели развития образования области. Подробности расскажет наш корреспондент Гульзада Айшуакова. Ежегодное августовское совещание вновь собрало всех представителей образования области. Главной темой стало развитие и применение цифровых инноваций. На встрече говорят об искусственном интеллекте и необходимости его применения в образовательных процессах. Несомненно, для данных производств, безусловно, требуются квалифицированные кадры, своевременные, современные технологии инноваций. Искусственный интеллект – это недалекое будущее, это наша сегодняшняя реальность. Изменения происходят прямо сейчас на наших глазах. И мы должны работать на перспективу, в том числе и в сфере образования. В ходе совещания традиционно подвели и итоги прошедшего учебного года. Озвучены достижения и темпы развития в различных образовательных процессах. К примеру, по результатам единого национального тестирования обладателями государственного гранта на обучение стали 1525 выпускников. Это на 220 грантов больше, чем в 2023 году. Знание – это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Обозначил статус знания на одной из встреч со школьниками наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В настоящее время инструментами оценки качества знаний являются результаты международных исследований. В прошедшем учебном году стали известны результаты ПИЗа 2022 среди 15-летних обучающихся и студентов, где наши ребята занимают лидирующие позиции по стране. После пленарного заседания выдающихся педагогов и деятелей образования наградили почетными грамотами, денежными сертификатами и нагрудными знаками. В числе награжденных – учитель математики Бановской общеобразовательной школы Федоровского района Марина Велиханова. В педагогической сфере она уже более 30 лет. За это время воспитала не одно поколение школьников. Это награда, наверное, не только моя. Это награда моих коллег, награда моих учеников, признание, наверное, моих каких-то заслуг в становлении подрастающего поколения, будущего нашей страны. Прежде всего, любить детей. Можно быть грамотным специалистом, но если нет любви в сердце, то в школе ничего не достигнешь. На совещании озвучили цели и задачи, поставленные в предстоящем учебном году. Цифровые инновации, современные подходы к обучению станут главным вектором развития образования Кустанайской области. Гульзада Айшуакова, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай».